Ай! Он так и норовит в траву уйти. У меня очень легкая снасть для ловли в здешних местах. У меня удочка до 5 грамм и шнур 0,2. А здесь очень сильно заросший перекат. То есть приходится держать рыбу на весу, чтобы она не ушла в эти заросли подводные. Гляньте, друзья, это отличнейший голавль. Именно с такой вот классной рыбой я и хотел бы начать сегодняшний день. А нахожусь я сегодня в Липецкой области на одной из потрясающих небольших рек, где основным объектом нашей ловли будет именно голавль. Поклевка произошла на очередной смене приманки. До этого я пробовал ловить различные блесна, вращающиеся, колеблющиеся. Ну, был один выход небольшой, но и то, мне кажется, это просто рыба среагировала на плюх. После того, как я поставил такой вот маленький воблерочек, буквально там сразу на второй-третьей проводке произошла четкая уверенная поклевка. Приманка оказалась глубоко там в пасти рыбы, но, к счастью, мы ее извлекли. Голавлик чувствует себя прекрасно. Давай, друг. Сложно сказать почему, но голавлю очень нравится, когда на приманке есть какое-то яркое пятнышко. Это может быть как пятно в районе, как вот у меня, допустим, застежки, какая-то окантовочка, вот красные, алые, оранжевые. Я не знаю, с чем это связано, но по статистике именно этот цвет на темном основном цвете голавлю очень нравится. Зеленый не так работает, как, допустим, тот же оранжевый. Вот это поклевка. Глянь, он в траву ушел. Мощнейшая такая. Я уже немножко так расслабился. Просто адовая поклевка. Это несмотря на то, что рыба небольшая. Но она не менее желанная, не менее приятная. Вот, друзья, за что мы, собственно, любим и ценим голавля, так это за его мощнейшую поклевку. Парниша. Как же ты нас взбодрил-то? Смотрите, какая красивая рыбка. С красными плавничками. Да что тут еще говорить-то? Все четко, все по классике. В канавочке подбросил приманочку, немножко придержал ее там. Бах! Ну, сам все видел. Очень локальное место, я бы сказал, фундаментально. Под противоположным берегом ярко выраженная канава, довольно-таки глубокая. И такой плавный именно выход на плес. И вот рыба клюнула именно вот где-то вот тут, вот на границе, вот на этом, на подъемчике. Есть! Сошел. Обалдеть. Просто с поклевки нет крючка. Радует на самом деле, что рыба активная. Это несмотря на то, что перед нами здесь прошло, сколько мы насчитали, трех точно рыбаков. Один со спиннингом и двое с жуками. Мы с ними так перекинулись пару слов. Один из них даже похвастался своим уловом, который поймал 10 голавлей до килограмма. Вы представляете, вот на самом деле на такой, на маленький, компактный, локальный участок поймать столько рыб такого размера. Ну, все равно мы свою рыбу поймали, у нас клюет. Что может быть лучше? Thank you.
Есть! Да, это он, это галавль. Опять же, смена приманок кардинально с воблера на блесну дает свои результаты. Я, наверное, проводок 10 сделал на воблер, ну вообще даже не контакты. Тут же повесил блесну. Кстати, блесна необычная. Давайте я немножко ее поближе покажу. Я ее сам дорабатывал, как бы. У любого головлятника всегда должен быть черный маркер в сумке. То есть у меня есть, не верите? Я ее всю покрасил в черный и оставил вот такую вот оранжевую полосочку. Собственно, о чем я и говорил. Вот, ну, нравится головлю какая-то вот полосочка, какая-то точечка. Вот именно оранжевая, желтая, яркая такая, малиновая, красная. Ладно, не будем его мучить. Опа! Крифан, крифан, стопы! Оп! Какой бойкий! Давай! Я в шоке, блин. Такая маленькая рыбка, как бам! Вот так, после вот таких поклевок, когда обычно они заканчиваются каким-то сходом, люди говорят, там я такая рыба, там килуха минимум. А на самом деле, что у меня? Грамм 350 на поклевку, вот такая. Утро следующего дня. В этот раз мы приехали пораньше, именно с утра, с рассвета. Вчера мы были на этой реке вечером. Нам удалось немножко зацепиться за рыбу. Мы поняли, где она стоит, какие приманки предпочитает. Вчера были просто вне конкуренции колеблющиеся блесны. Что будет сегодня, пока сложно сказать, как рыба поведет себя именно в утренние часы. Но в любом случае мы будем пробовать и выжимать максимум из сложившейся ситуации. К сожалению, немножко удручает погода. Буквально несколько минут назад шел классный дождь, но все равно тепло. Я думаю, в любом случае свою рыбу мы поймаем. Ну, друзья, у меня сейчас было несколько поклевок, но они все были очень осторожны, такие на грани фола. И то приходилось приманку опускать как можно ниже, потому что, скорее всего, из-за дождя, который вот именно прибил рыбу, она опустилась. Возможно, к полудню там расклюется, выглянет солнышко, и рыбка поднимется в верхние горизонты, в верхние слои. Ну вот можно видеть две точки, где, возможно, может стоять галавль. Они рядышком. Это вот как раз вот под противоположным берегом такая небольшая канавка. И на струе под кустом. Возможно, там он стоит. Ну, невозможно, он точно. Но это такое фундаментальное место, где просто она обязана. А вот клюнет, здесь уже вопрос. Он выпрыгнул как лососик. Отличнейшая поклевка после подсечки. Рыба такая, ну, наверное, на метр точно подпрыгнула, словно лосось. Ну, все, все, все. Сейчас мы не спеша, потихонечку из травы выведем, да, просто не хочется туда идти. Очень яркая такая поклевка. Ты же наш красавец. Ну вот, друзья, собственно, о чем я и говорю. Классическое место. Небольшая канавка под нависшими деревьями.
идеально положил приманку. И как результат. Вот! Добрал! В траву ушел! Все, я его вывел. Классная рыбка. Бам! Что интересно, у меня вчера на этом месте была классная поклевка, но, к сожалению, рыба не засеклась. Сегодня у меня уже было две поклевки, и третью я реализовал вот таким вот классным голавликом. Принципиально поймать его. То есть по клевке он реагирует на жука буквально на каждом забросе. Но от того, что скорее всего рыба небольшая, вот он не может до конца доесть нашего жука. За этой рыбкой, наверное, можно и прогуляться. На тараканчика, на жучка. Так аккуратненько такой, уп, подобрал ее. Сказал же, поймаю. Это единственный способ был, как соблазнить рыбу на поклевку. Мы вот сейчас зашли на остров, увидели небольшая стайка. И там коряги, которые, ну, нам мешают провести, блесну либо воблер, по-любому там зацеп 100%. Выход только один, именно так называемый тараканинг, имитация различных там жучков, паучков. Ух ты, сильно засел. На это место мы потратили минут 20, но действительно очень сложно уйти от рыбы, когда ты ее видишь, и она реагирует на твою вот поверхностную приманку, вот на нашего жучка. Наверное, выходов 5-6 у нас было таких вот четких поклевок, контактов, но, к сожалению, все заканчивалось так не в нашу пользу, так сказать, но в любом случае, стучите, друзья, и вам откроют. Вот это бонус! Это бонус! Друзья, это бонус! Я видел, как он из глубины поднялся из-под коряги. И он прям так целеустремленно шел к нашему жуку. Я понимаю, что мы уже все здесь напугали конкретно и накололи. Ну все, он так на струю встал. Не хочется форсировать, потому что, ну, очень легкая снасть. Тихо.
Друзья, ну все. Вы посмотрите, какой красавец. Смотри, он такой с золотистым отливом. Кто бы мог подумать? Давайте я отсюда отойду. Ну, классная поклевка. Опять же, я видел, как жук плывет, я его визуально контролировал. И просто из глубины, из-под коряги вылетает вот этот вот парниша. Просто всосал. Просто было бульк. Обалдеть. Парниша, ну ты, конечно, красавец. Вот реально, от тебя я кайфанул. Я нереально сегодня кайфанул. Это, пожалуй, наверное, одна из лучших рыбалок. Я не припомню, чтобы у меня такое было когда-то. Хотя, наверное, в далекие бородатые годы определенно были классные рыбалочки. Но чтобы сейчас и так, когда весь народ поголовно кричит: рыбы нет, рыбы нет. Блин, ребята, а вы берите и пробуйте отпускать. Это ж так кайфово. Ну, опять же, сегодня просто нереально крутая рыбалка. Я вот честно кайфанул. Просто вот эти все поклевочки визуально, особенно мне запомнился вот так называемый тараканин, ловля на плавающие имитации различных насекомых. Это просто что-то с чем-то. Ты делаешь заброс, ты видишь уже визуально рыбу, ты контролируешь свою приманку и видишь, как из глубины поднимается вот этот вот серебристый слиток с алыми плавниками. И хватает твою приманку с таким диким ударом, с классным плюхом, и уходит куда-то под корягу. Тебе надо сдержать этот натиск. Черт возьми, не в этом же весь кайф рыбалки. Да, надолго я запомню это. Ну все, ладно. Хорош, хорош.